это, пожалуй, видео сниму для YouTube канала, чтобы все-таки смотрели наши городские власти на вот это безобразие, которое есть оно. Так, вот, пожалуйста, какие кучи снега. Ну, ждут, пока растает, видимо. Вот такая грязь. Это не Невский проспект, вам ясно? Это проспект Просвещения. Вот здесь. Ну, зато, наверное, эвакуаторы не работают, потому что не смогут они тут все машины. Вот машины как паркуются теперь елочкой. Вот это снег, это тротуарная дорожка, между прочим. Вот это тротуарная дорожка, скорее всего. Я уже сейчас плохо соображаю, потому как снега столько. Вон какие кучки, как муравейник. Машинки там в снегу. Скорее всего, на работу люди приехали. Это уже столько снега навалил, потому что он идет целый день, не переставая. Вот муравейник покажу. Вот муравейник у банка. Такие банки богатые и не могут снег вывести за свой счет, нанять машину. Что-то расклячился он. Что случилось-то? Надо что-то... Наш придумать такой на дороге остановиться. Ну, люди, вы даете. Наш такое придумать. Взять, вот встать вот так посредине. Я же даже не поняла, что. Ой, вот. Это, скорее всего, машинки со вчерашнего дня. А, вот это вот я то, что снимала, только с другой стороны улицы. Вот, пожалуйста. Вот они. Либо с утра это стоят. Либо со вчерашнего дня они стоят здесь. Ну, те, которые почищены, понятное дело, что их сегодня поставили. Вот. Ну, сейчас он будет пытаться Мерседес, ой, Hyundai, наверное, парковаться. Ну, я думаю, что здесь... Вот, да, вот туда. Ну, туда, да, заедет. Туда-то заедет, то есть полный привод у него. Вот, пожалуйста, заехал. Ага, уходи с дороги-то. В полосе ты, чувак. Там в снегу те, явно, что те машинки либо ночью замело, просто ночь ушло. Вчера ночь катастрофа была, что было. По колено было снега. И сегодня 90%. И всю неделю снег обещают. У эти февральские вьюги называется в январе. Вот, тяжело на кроссовере даже ему запарковаться. Человек на кроссовере паркуется. Я такой папарацци. Вот такие кучки. Гробики, как я называю, тут гробик. Муравейники и гробики. И все это снег. Вот сейчас он сядет этим. Не может, там лед внизу. Конечно, тяжело запарковаться. Он, конечно, не тот ракурс взял. Вот сейчас уже по третьему кругу он выравнивает машину. Потому что большая будет идти, может зацепить его на самом деле. Ну вот, смотрим красоту эту питерскую. Долго паркуешься? Я уже устала снимать 4 минуты, у меня уже съемка идет. Вот он по четвертому разу. Никак у него не получается. Изначально неправильно зашел ты, друган. Угу. Ну, давай, выравнивай, выравнивай. Может, у меня не получается из-за того, что я снимаю. А это вот заехал, видимо, разгружаться в магазин. Поэтому он здесь. Так. Фу. Главное, чтобы мою не эвакуировали машину. То я уже тут попалась. Стоянки план делают они. Городские эти. Так вот. По льду он буксует. Ужас, во что превратилось. Здесь, кстати, вот этот карман с двух сторон вообще машины ставит. И еще по одной проезжаем. То есть компактно, когда паркуются. А вот что сегодня творится это. Ну, это, наверное, не сегодня. Это уже не один день все это происходит. Ну, как ставят машинки. Красота в кавычках. В кавычках все красота.
Так, ну там запарковался и побежал. Вот так живем. Вот так они и жили. Вот тут гробики снега. Так, это муравейник. Ну ладно, поехали. Все, я прекращу снимать. 4 минуты просто уже бестолкового видео. Все равно, наверное, мэрия города не увидит мой ролик. Проспект Просвещения, еще раз повторю. Бардак такой. Дом 32. Угол Есенина 2. Вот.